если вам во время прогулок по пустыне захочется прохладного вина, также нет никакой проблемы. Здесь, среди раскаленных камней, настоящий оазис. Одна из бутиковых виноделен. Ребят, которые сидят там. Это парень делал девушке предложение прямо здесь, среди виноградников. Очень красиво. Итак, мы начали с розе и перешли потихоньку на шардоне. Лехаем, лехаяй, лехаейну, а то вы... Я вам рады сами. А шардоне обалденный. Здесь специально оставлена неубранная полоса, пару рядов. Я, конечно, не помню, как называется этот сорт винограда. Куда можно зайти, он не опрыскан, специально для клиентов этого Екева. Можно попробовать. Очень сладкий. Очень сладкий. Точно как изюм.